есть. Гнидыч, поставь шкаф с манем. Поехали, такой средний фулл баф, и погнали по мобам. Сначала сливать череп быстро, потом крест. Не надо уешься просто, ну, в соло таргет. Я пока не могу использовать эту способность. Ну это боешка считайте, можете ее все нидать. Народ, мы идем здесь, как говорится, на равенство, братство, доверие, поэтому всех, кто что-то хочет, ну, боешки не дайте. Если что, кому-то там очень срочно надо, то тогда потом, как говорится, договоримся, разберемся. Это не боешка, это приколюха.
все молчат? Да. Непривычно как-то. Что балабола выкинули с гильдии? Остались один лучше. Как знаешь, вот читал книжку «Поднятая целина». Там на хуторе был мужик один, молчун. Я пока не могу использовать его способности. Ну и его жена жалуется на него. Типа, милый, погутарь со мной. Я типа уже с ума сошла, уже сама с собой гутарить начала. Вот и ушла. Вниз не идите сразу, дракона убьем здесь все дрона. Слав, выставь метки. Ой, сейчас, я там. Босс содержит Войд, ну, мелких этих всех, Тагариус тогда держит. Все прекрасно все знают. Народ, идем на групп лути. Main spec need, все остальное грид или пас. В спеке тоже грид. Одну минуту. Хорошо, если это не ваш класс там или вам это не очень нужно, просто откажитесь. Если что, передумайте, потом можно договориться со своими. Нет, Гарри.
Бафни каску, пожалуйста. На Инчан тоже, народ. Никто не нажимает кнопку распылить. Никто. Один человек будет пылить. Пускай это в этот раз будет Роланда. Никто не нажимает. Она будет жать грид на диспел. Все остальные, кто тоже умеет диспелить, нажимают крестик. Пас. В конце РТ все кристаллы поделятся поровну между всеми членами группы. Кто МТшит? Войд МТ, вот это Тагариус. Окей. Рыбку покушали, фласки выпили. Сильно не вливайтесь, так, можете по чуть-чуть. Волна 5 секунд. Давайте ставьте Геру. Щит поддерживай на себе, окей. Перед боссом стояла Рога. Запомни, не стоять перед боссом. Вставай и убегай, Рога. Залейте. Че это такое, нет? Дыхнул. Я думал, падать надо. Да, падайте. Падайте. Оберегать эти яйца, и вы сгорите прежде, чем хоть пальцем тронете их. Выйдите обратно. Девушка, выйдите. Чем хоть пальцем. Тут портал не исчез. Сейчас подождите. Ну, заходите. Странно. Thank you.
Тагарев, садись покушай. Вот рыба стоит. Так, радичек, танки по готовности пул. Готовьтесь, волна. Поехали, Гера. У вас портал там дисконнект. Все остановилось, да. Пидерсия. Как я устал с этим серваком. Сегодня особенно. Прям вообще. Я себя сегодня на мысли поймал, думаю, как люди донатят там сумасшедшие бабки, ну, там про тех, у кого там VIP, элит. Голд, там всякие такие дела, и вот, ну, вот такой реал, это вообще, не знаю. Когда мобы сквозь стены ходят, это, мне кажется, еще сколько лет, 5 назад устранили уже, наверное, все, кому не лень.
Надо пересобирать. Все ливайте, пишите плюсик. Берегать эти яйца, и вы сгорите прежде, чем хоть пальцем тронете их. Вот поэтому мы и называем вас низшими созданиями. Гори, злосчастный сброд! Не могу пригласить члена другой группы. Ты не прав, это мы тоже должны зачищать. Что там внутри за бой идет, я не понимаю. А, запустила. Алло. У меня, короче, свет потух. Капец. Так, ну подождем пару минуточек. Давайте 5 минут перекурчик. Я предлагаю меня не ждать, потому что у нас по всему дому отключили свет, а роутер обычно 15 минут включается. Я не знаю, сколько это будет длиться, но как только включится, я вам напишу. Простите, что подвела. Страшно. Где там Ёж? Ну, я не знаю, Дениса можно взять.
Че говоришь? Да не, я думаю, что это будет лгис. Настя, ну чё, как у тебя там дела? А её нету, да? Нету, да. Чего? Нету её в Дисе. А, ну я заметил, да. Так, 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 так. Ну, этот челик зашел, сейчас у меня разговор важный должен состояться. Насчет вступления. А Ноки вот этот, короче. Не, так ты. А он в Дискорд заходит или куда? Не, там. Не знаю, может и зайдут в Дискорд, может я позову, может они меня позовут. Ну, так ты можешь зайти в Дискорд просто, да и все. Ты же знаешь все, что делать. Можешь танчить и разговаривать одновременно. Ну, да. Просто сейчас пока вот Насти нету. Было бы не. Там они что-то сейчас. Со своими списываются или чё. Короче, Хант Сталлоне. То ли он ренегат, то ли чё. Ну, он у них типа главный. Вот. Аноки вот этот отписал. Так, сейчас журнал гляну. Но Аноки ушел, он потому что с 21. Ну, мне как бы зла на него никакого нету. Это... Тем более, что он сказал, ребята на личкинге первый раз. То есть, ну, их учить надо, им учиться надо долго. Это, ну, не заодно КД делается, помимо того, что они еще не одетые. Вот. Ну и это. А нам с 19 надо. Ну вот я искал днем, написал, пару раз буквально написал, и мне написал челик. Он у меня говорит, есть все, я там написал, кто нужен, типа. Говорит, есть 12 человек. Вот, но я так прикинул, что те, кто у нас есть, и те, кто придут, получится рейд. Вот, а нам надо, чтобы этот был рейд, чтобы он был стабильный, чтобы все было нормально. Вот. Ну, почему бы и нет? Так что сейчас решается судьба прям реально. Потому что, ну я не знаю, я конечно, если не получится, если они не пойдут, конечно, придется собирать рейд, уже деваться некуда, типа пугов добирать, если в Накс там, допустим, не будет хватать людей. Но я такой не любитель вот этой херни. Я хочу гильдию водить, а не пугов там, не знаю. Вот это вот срач постоянно. Так, ну что, у меня вопрос. Мы в одного хила захилим это все? Ну я могу спекнуться в этого хила. Антагариус поддержит двоих сразу. Ну это надо мне в Долоран. Че, попробуем? Хочешь рискнуть так? Ну... Мы просто можем Роланду испекнуть на одного босса. Да, можно Роланду испекнуть. Даже лучше так будет. Потому что один танк там убьет его. Может и нет. Ну я не знаю, я не пробовал. Лучше Роланду, конечно, будет спекнуть.
Ну давайте еще дадим ей пару минут. Я сейчас немножко надо к ребенку дойти на 2 минутки. Кого брать будем? Я не знаю, нам нужно кто, мы в девятером можем убить. Мы не можем, в принципе, кого-нибудь ДД взять. Что, Гильди? Спроси. Может, нет мозга?
Гниныч, поставь, пожалуйста, шкаф. Что-то. Не забывайте смотреть на волну сами. Свечи на листе Неброна. Герус, давайте. Второго дракона забирайте на пульте на Тартагариуса. Портал. А что произошло? Ну там вешается дебаф. Сумеречная пытка. Надо в портал заходить, стопать дома. В такой портал. Я
делать? Ебанутый дракон, типа из виду теряет. Попал, наверное, да, прыгнул, блядь? Угу. Горис!
прогал портал, блядь, с третьего раза только забрал. Народ, такое ощущение, что, ну вот, десятки, никто не понимает, что надо делать. Че, вы в портале там убили, нет? Нет, что-то. Не надо ждать команды какой-то там, все вот это вот, я не знаю, я не собираюсь быть рэром, мне вообще неудобно это все делать. Мне стоит Discord на телефоне, мне чтобы вам сказать что-то, мне надо сделать 4 движения пальцем, чтобы что-то сказать вообще в принципе. Давайте мы будем все учиться так делать, чтобы никому не приходилось давать какие-то волшебные пинки словесные, чтобы что-то делать. Мы же не на освоении. Оберегать эти яйца и вы скорите в орешке. Смотрим, как вы переносите жару. Бродите их. Тут-то захожу. Ёж.
Все завалят весь пол! И это все, что ты можешь сделать, что тебе говорят, это затеять вашими костями. Мелкая мошка хорошо горит. Гори, злосчастный, из тебя вытет хорошая закуска для детеныша.